Осторожно, внимание! Внимание, внимание! Играют женщины! Не первый раз это уже. Виктория, о боже, да успокойся. Уборщик Путина, ты так смешно шутишь, жесть. 3-1-7. Опа. Опять бабские разборки в чате. Фу, сука. Ты готов? Да. Два контейнера красных. Потом мы... Нет, чел. Провода. Давай сначала. Вот у меня раздел один. Провода. Провода есть? Есть. Сколько проводов? От 3 до 6 должно быть. 6 проводов. 3 желтых. Черный, синий, черный. 3 желтых? Угу. Если желтых проводов нет, и желтый провод есть. Красный есть провод? Нету. Последний режь. Черный. Есть, правильно. Так, кнопка есть какая-нибудь? Кнопок нет, есть такие, типа, как, знаешь, ну, типа, точки, и это, ну, как ходить, типа. А, типа лабиринт, да? Угу, да. Сейчас, сейчас, подожди. Так, совпадающими круглыми отметками. Чел, отметки круглые. Где там? Слева, справа, снизу, сверху. Круглая, зеленая. У меня получается, ну, предпоследний столбик, третья. Это по горизонтали или по вертикали? Получается по горизонтали, предпоследняя, третья, там отмечена зеленая, и четвертый столбик, последняя зеленая. Белая также есть, квадратик белый. Сложно, да. По горизонтали. Нет, чел, по горизонтали третий, предпоследняя. Нет такого. По горизонтали третий, предпоследняя. Точно? По горизонтали не по горизонтали? Нет. Ну смотри, у меня есть раз, два, шесть. У меня есть по горизонтали и шесть по вертикали точек. Так, шесть. Да, и получается предпоследний столбик по горизонтали, если брать, то предпоследняя, пятая. Чё ты несёшь? Предпоследняя, пятая. Блять, ебать, там сейчас УИБ! Сейчас УИБ, брателла, мы не успеваем! Да подожди, сверху или снизу? Давай, чё ж успеешь? Ну тут нужно квадратиком белым ходить, понимаешь? Ну я понял. Ну, что нужно сказать? По горизонтали. Сверху или снизу? Откуда ты начинаешь считать? Сверху начинаю читать. Сейчас УИБ, пацики, тыкайте. Сейчас УИБ. Тихо. Сейчас лупаны. А, я тихо. Понял, хорошо. А где выход? Где у тебя белая стоит? Где выход? Блядь, да я белый не знаю, белый я управляю. Ну, я понял. Все, чел разъебался. Эй, салага! Чувствуешь себя прирожденным снайпером или отменным пехотинцем? Добро пожаловать в Pre-Fire Battle на Epic Drop. Вот тебе инструкция, как получить нож, юнец. Пункт первый. Переходишь по ссылке снизу и авторизируешься. Пункт второй. Выбираешь сторону, ближний или дальний бой. Ну и третий пункт. Выигрываешь и забираешь скины. Играть в Pre-Fire Battle на Epic Drop можно бесплатно раз в час. Даже на твоем мобильнике. Не расстраивайся, если после первого выигрыша не золотишься. Ведь каждая победа копится в этот счетчик с бесплатными кейсами. Играй каждый день и точно получишь свое. Ссылку я оставил снизу. Ставь видео на паузу и играй. Это приказ. Погнали. Так, давай, провода есть? Да. Так, сколько штук? 5. 5 проводов. Да. Последний черный? Нет, белый. Красный есть. Сколько красных? Один. А желтых больше, чем один? Да, два. А режь первый. Правильно. Дальше. Дальше у меня вот такой опять лабиринт. Так, лабиринт, хорошо. Да. А, смотри, давай начинать с левого верхнего угла, вправо. Угу. Есть...
Вот первый ряд есть? Первый ряд нету, второй предпоследний есть. Помечено зеленым. Ага, второй предпоследний, окей. Хорошо, третий ряд есть? Ничего нету. Четвертый ряд. Четвертый ряд, второй столбик есть. Ага, все, понял. Где находится белая точечка? На этом ряду. На каком на этом? Где идет... Ну, который только что ты называл. А четвертый ряд, где кружочек? Да. Второй красный кружочек. Где? Красный где? Красная в самом последнем ряду, третья. Ага, наверх. Налево. Налево. Ага. Вниз. Налево. Угу. Вниз. Вниз. Правильно. Теперь есть у меня экран. Тут слова и так, и так. И так вместе, и так раздельно. Все, во все, чё, пас. Экран. Что? Экран, кнопки, экран с названием букв. Итак, и так, все, во все, чё, пас. А чё надо? Нажать кнопки какие? Или что-то надо, ну, собрать какое-то там это слово, или, не знаю, не понимаю. А, все, вижу. Брат, мы все съебнем. На первую кнопку, которая появляется в подходящем списке. Так. Итак, нажимай. Итак. Есть. Итак. Дальше. Погоди, первая, еще раз, вовсе? Пусто ничего. Вовсе нету. Пусто есть, ничего, еще раз. Первая, погоди. Еще раз? Весело. Неправильно. Постой. Итак, пас, жми, пас, что жми, блядь. Блядь, сука. Что, что там вообще еще? Я вижу. Пусто. Ну ебай сейчас. Я нашел, там написано. Используй слово из первого шага. А, из первого шага. Смотря. Провода есть? Проводов вообще нету. Так, что есть? Есть цифра, такой экранчик, типа. Кнопка держать есть. Есть опять вот эта такая ходилка. Давай с лабиринта, чел. Мы с лабиринта. Второй, так, давай. Ряд, второй ряд, ага. Зелененькая точка, кружок. Какая? Второй ряду. Ряд в зеленом, ну, просто квадратик, в зеленом помечено. Ну, какая на номер, блядь? Первая, вторая, третья, четвертая, пятая или шестая? Ну, первая. В том ряду. А, все, первая, дальше, дальше. Вижу. Третий ряд, последняя. Окей, зеленая. Где находится беленькая? Этот в самом низу. В самом низу, получается, справа. А красненькая? Через одну. То есть, получается, от этой два хода надо. Через одну? Влево. Влево. А вверх? Вверх. Вверх. Налево. Налево. Вниз. Налево. Наверх. Налево. Наверх. Вправо. Вверх. Лево. Лево. Вниз. Низ, 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 направо, направо, вниз, не направо. Есть. Дальше. 1, 3, 2, 4 и кнопка 2 на экране горит. 1, 2, 3, 4 и кнопка 2 на экране горит. Да. Чел, подожди. Давай быстро соображай. Давай, блин, минута. 1, 3, 2, 4. А, все. А, память хрупкая, как и все в мои разы, так что будьте мной. Нажмите правильную кнопку, чтобы перевести модуль в следующий этап. Завершите. Если на экране 1, нажмите кнопку на второй позиции. У тебя что на экране? Двойка. Если на экране 2, нажми кнопку на второй позиции. То есть какая? Есть. Дальше. А, на экране дальше 3. Какая кнопка на экране? 3. Если на экране 3, нажми кнопку на первой позиции. Дальше. На экране, дальше, что на экране 4. Если на экране 4, нажми кнопку со значением 4. 4 есть. На экране 3. Если на экране 3, нажми
кнопку, которую вы нажали на втором этапе. На первой позиции, по-моему. Если на экране 4, нажми кнопку на той же позиции, которую нажали на втором этапе. Блять, я ебу столи, сука. Ебаб. Все разъебался, Чаликс. Гуля, ты опять тупишь. Я Лолочка туплю. Пришла. Лолочка пришла, пожалуйста. Ну, не надо меня хоть перед моей девушкой позорить. Итак, погнали. Так. Провода. Провода. 5 проводов. Сколько? 5 проводов. А последний провод черный? Черный. А последняя цифра серийного номера нечетная? Серийный номер нечетная. Режь 4-й провод. Правильно. Дальше лабиринт. О, белая лабиринт, точка давай. В левом углу сверху. Не-не, чел, зелененькие сначала, кружочки где-то. Зелененькая, какие? Второй ряд, третья. Ага. Второй ряд, третья. Так, все, понял. Все, понял, она только одна такая. Где белая точка, где красная точка? Еще там зеленая есть одна. Я вижу, тут одна, нормально все, я понял. Белая точка слева в углу. А красная? Красная получается справа вторая. Ну, справа второй ряд первая. Справа второй ряд первая, блядь. Да. Что справа, блядь? То есть второй ряд по горизонту последняя. Понял. А вниз? Вниз, направо, вверх, вверх, до конца направо и вниз. Есть, правильно. Дальше опять вот эти буквы чё, и, то есть чё, и так, во всё, вовсе, всё, все. Сейчас. Сейчас, подожди. Кто Дэвид? Подожди. А что на экране написано? Краб. Краб? Краб. Краба Б, 2Б? Б, 1. А, значит, правая нижняя кнопка первая, все. Нет, неправильно. Значит, левая была. Весело, пусто, весело, весила. На экране свой что погоди. Написано, чел? На да. Экране что написано? Да, написано, да. Да? Да. Значит, левая, слева посередине какая кнопка слова? Весело. Весело или весело? Весело. Весело нажимай. Весело. Блять, весело. Блять, порог. Что порог? Блядь? Порог написано. Понял. Подожди. Блять. Ну все сейчас уйдет. Порог или порог? Порог. Порог. Значит, правая посередине. Какая? Все, я разобрался, как тут действовать. Чел, все, сейчас победный будет. Давай, погнали. Так, погнали. Провода. Проводов нету. Что лабиринт есть. Да, погнали, лабиринт. Первая. Кружки. Зеленый первый кружок, первый ряд, первая. Зеленый кружок, первый ряд, первая. И, наверное же, этот же ряд. Только четвертый, да. Ага, где белая, где красная? Белая под четвертый ряд, первый ряд. Снизу под ним. Красная идет третий ряд, третий от конца. То есть четвертый от начала. Чё? Ага. Вверх. До конца вверх. Направо один раз. Вниз раз. Вниз еще раз. Направо один раз. Вверх один раз. Направо. 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 До конца. Вниз два раза. Налево. Налево. Вверх. Направо. Все. Есть. Дальше. У меня есть блок этих разноцветных таких этих кнопок. Разноцветных. Кнопки. Ромбиком, да, такие? Да, красный мигает. Сейчас, подожди, отмотаю. Красная мигает. Сейчас. Так. Красная. Загорается один из цветных кнопок. Подходящий таблицу. Красная. Красная мигает, да. Блять,
А в серийном номере есть хотя бы одна гласная? Е-А, ну, английский, Е-А-И-О-У. Нету. Нету гласных. Нажмите. А синяя? Есть. Теперь синяя мигает. Теперь синяя мигает. И красная. Синяя, красная, красная, синяя. Желтая. Неправильно. Ты взорвался? Угу. А когда мы столько ошибок не допускали? Я допустил. Енот. Брат, очень мужественно с твоей стороны, что ты признал свою ошибку. Все, давай победная. Так, лабиринт погнали. Так, лабиринт, окей, погнали. Третий ряд, предпоследняя, кружочек. Третий ряд, предпоследняя. Ага, вижу. И последний ряд, третья и... справа. Да. Ага, где белый, где красный? Белая возле третьего ряда справа от него. Ага, красная? Красная у меня стоит четвертый ряд, вторая. Вниз до конца. Налево, 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 налево. Вверх. Вправо, вправо, наверх, налево, налево. Есть. Дальше двойка на экране. Так, подожди, теперь циферки эти ебучие. Сейчас, брат, брат, сейчас. Ага. А, если на экране 2, нажмите кнопку на второй позиции. Какая у тебя на второй позиции? 3. Нажал, правильно. Ага, нажал. На экране 1. Кнопку со значением 4. Нажал. Дальше что на экране? 3. Кнопку на третьей позиции. Угу. Что на экране 4. Кнопку на той же позиции, которую нажали на втором этапе. То есть четверку нажимай. 4. 2 на экране. С тем же значением на втором этапе. 4 опять. Да, и теперь кнопка держать. Желтая. Так, кнопку держать. Да. Сейчас выйду. Тихо. Подожди. Задержите кнопку и смотрите. Ну, а сколько на кнопке элементов питания? На кнопке не сколько? На бомбе элементов питания. Так, есть больше? Две батарейки. Две батарейки всего. Задержи кнопку и держи. Угу. Отпусти. Неправильно. Все разъебал. Блять, брат, что ты понимаешь, ты понимаешь, что не сможешь, ты крашишь. Где Олька? Дома. Быстро, морской бой. Какой морской бой? Блядь? Первый ряд, третий от конца. То есть четвертый от начала. Первый ряд, четвертый от начала. Ага, все, понял. Где красная, где белая? Красная идет у нас второй ряд, последняя, по вертикали. То есть снизу второй ряд, последний. Ну, второе. Ты просто сейчас буквы, блядь, набор слов говоришь, блядь. Ты можешь объяснить, какой ряд, вот какой смотри, номер. Вот смотри, кубики ебаные. Вот то, сука, второй ряд, и в конце, нахуй, второе. Первый ряд идет по горизонтали, и второе в конце красное. Второй ряд по горизонтали, в конце красное. Хорошо, а белое где? Белое справа в самом углу. Это что получается, они друг по другом, что ли, прям? Нет! Красное слева, второе внизу. Что второе внизу, блядь? Красная а, точка всё, второе. Ладно, я понял. Да. Хорошо. Вниз, вниз, налево, вниз, налево, налево, вниз. Сейчас вы... Ты не допонял, походу, тебе плохо доходит. Ты объясняешь, как курица, понимаешь?
сейчас объясню нормально. Просто у меня в чате сбивает моя девушка Лолочка. Так, погнали. Экран. Итак, жми вовсе. Что? Чё? Всё. Подожди, подожди. Написан экран. Да. Сейчас. Так, если написано экран. А как экран. Написано? Просто экран. Экран, да. Ага. А какая справа последняя? Какая слово? Все. А с точками ее или без точек? С точками. Ага. Нажимай тогда во все. Угу. Потом все с точками ее. Не, во потом... все не было. Я нажал все, и это правильно. Пас написано. Пас на экране. Пас S или Z? З, за нас, за. А сверху Souls. Справа, сверху, заткнись, блядь, тварь. Сверху, что? Стой. Сверху, справа, стой написано. Ага. А, стой. З. А, весело нажимай, весело. Весело? Весело. Е, нету такого, есть только весело. Нет, тогда нажимай «Да». Правильно, есть? Да. Готово. Ничего. Что ничего? На экране написано. Ничего, чё? Потом чё с точками, что? Я во все. Что? И так пас. А, слева посередине какая буква? Ты бзнул? Нет. Тварь. Что? Слева. Что? Ага. Все, нажимай. Нету такого. Во все есть. Дальше. Дальше есть? Дальше. Нету. Пас есть. Итак. Итак. Слитно. Есть. Итак, все. Есть? Итак. Все. Ты проебал, мудак. Бах. Бах. Пацана ебанула. С. Что С? Кнопочки, блядь, цветные. Быстро. Синяя, красная, желтая, зеленая. Ци. Быстро. Говори. Кнопки, блядь, синяя, красная, блядь, желтая, зеленая. Не паникуй, я ищу. Что же мигает? Ничего не мигает. Вы себе пи***ли, леопарду. Ничего, желтая мигает. Так, желтая. В серийном номере гласная есть? Да, блядь, ебаный в рот, нету. Нет? Бався. Ну нахуй ты наугад. Мы да потому что разгадали. Секунда, все уже вышли. Ты торопишься. Ты торопишься просто так. Мы бы все угадали потому, спокойно. Так не успели в секунду. Ты паникуешь, нету. Кричишь и плюс еще за. Потому что времени не хватает. Давай сейчас соберемся и нормально. Мы уже все разгадали. Двойка на экране, быстро. Так, подожди. Четверку нажимаю, второй. Дальше. На экране тройка. Сейчас. На экране тройка. Кнопка на первой позиции. Какая? Дальше. На экране единица. С тем же значением, которое нажали на втором этапе, то есть на предыдущем. Блять, на экране двойка. А, с тем же значением, которое на первом этапе. Блять, заебал ты меня. Один на экране. С тем же значением, которое на втором этапе. Один на экране. С тем же значением. Работаем. Тройка на экране. Нажмите на кнопку на третьей позиции, чел. Какая там кнопка? Нажал. Зачем говорить какая? Тройка опять была. На экране. То же самое. Все. На первой позиции. На экране двойка. С тем же значением, которое вы нажали на первом этапе. Ты забыла? Я ебу. Один на экране. Это мы правильно сейчас нажали или нет? Нет. Этап 3. Один. С тем же значением, которое нажали на втором этапе. На экране двойка. На первой позиции какого нажали? Четыре. Блять, проебался, усе проебал. Вот сейчас я уебанное ебашу. Чтоб ты тебе ебал. Усе разъебал. Работаем по-быстрому. Итак, погнали. Погнали.
У нас есть пусто написано. Нет лабиринта, есть пусто. Ничего, еще раз, постой, еще раз. Готово, погоди. Так, подожди, стоп. Написано пусто. Пусто, да. Написано. Как у меня пусто. В яйцах. Пусто, да, пусто. Справа посередине какое слово? Еще раз. А, еще раз. Ё. Да. Ага. Еще раз. Нажимаем. Есть. Ага, дальше что написано? Дальше написано порог. 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 К. Порог. Справа посередине какое слово? Еще раз. Сьё? Нет. Еще раз. Да. Готово. Хуй готово, ты дура. Есть такое слово? Нету. Ничего. Ничего нету. Весело. Есть. Правильно. Угу. Дальше. Пас. Пас. Одно «С». Да. А слева посередине какое слово? Нет. Ой, стой. Чё? Стой. Стой. Весело. Есть, правильно, всё, next one. Дальше это квадратики мигают зеленые. Квадратики мигают зеленые. Зеленый мигает. Сейчас. Так, мигает зеленый. А, последовательность будет меняться. Все проиграл. А, желтая. Неправильно. Мигает зеленая. Да. А, синяя. Неправильно. А, блядь, зеленая. Все, бромсу. Можешь нормально как-нибудь соображать уже, а? Начать. 36 лет, блядь. Весело! На экране. Очень весело, блядь. Так, весело, да? Да. А слева посередине какое слово? Слева посередине у нас идет пусто. Большим буквам пусто. Погоди. Есть? Нету. Енот весело есть? Весело есть. Нет. Постой есть? Пусто есть. Весело есть? Да, неправильно. В смысле? Другой на экране. Весело. А какое слово сейчас? Другой. Другой. Справа последнее слово какое? Итак, вместе. Итак. Итак. Смотри. Итак. А пас есть? Нету. Че с знаком вопроса? Есть. Че, да? Нет, че, нет, е. Нету. А дальше? Нету. Паз. З, нету. Все. Все есть. Все. А, все, все. Есть. Есть. Нажимай. На экране пусто. Ничего не написано? Нет. Слева внизу какая буква? Слово. Дальше. Дальше. Паз. Нету. Пас. Нету. Пассс. Нету. Все. Все есть. Нет. Чё со знаком вопроса? Есть. Жмякай. Все про... Экран написано. Экран. А справа снизу последнее слово. Пассс. Пассс. И... Так. Я голос сорую просто. Нету. У меня соседка итак. Аж проснулась, пойду засажу ее, и ты дальше взрывайся за туфан. Вовсе есть, вовсе. Ну, вовсе, да. Есть, все правильно, молодец. Угу. Дальше, родной, у нас походулька. Второй ряд, предпоследняя зеленая, и пятый, это четвертый ряд, второе. Ага, где красное, где белое? Ну. Красная, последний ряд по горизонту, предпоследняя. То есть второе, по сути. И этот последняя белая. Так, направо. Угу, дальше. Направо. Ага, пошел. Еще раз. Ага. Наверх. Ага. Наверх. Ага. Наверх, наверх, все. Все, выиграли. О. Поздравляю. Сука. Чё, тебе там донат отправили какой-то?
Писали, что Коля долб... Ну чё, а есть ещё миссии? Давай на экстра ходить. Погнали в следующую миссию. Давай. Там сложнее, наверное, будет, да? Ну, нам уже, в принципе, не сложно. Так, пошли второй, ой, точнее, первый ряд, предпоследняя, зеленая. Это ходилка. Да. Какой? Предпоследняя, зеленая, первый ряд, предпоследняя. И предпоследняя... Ага. Последний, предпоследний ряд, третий. Все, все, понял, понял. Ага, где белая, где красная? Белая, второй ряд, четвертая. Угу. Красная, предпоследний ряд, первая. Ага. А направо. Наверх. Направо. Вниз. Вниз. Налево. Вниз. Вниз. Направо. Угу. Дальше этот... Зеленый мигает, разноцветные кнопки зеленые. Так, хорошо. Как, расскажи, как мигают, в каком порядке. Сначала зеленая. Ну, зеленая только мигает, больше ничего. Так, ну. Нажимай желтую. Правильно. Угу. Дальше что мигает? О. Мигает потом сначала желтая, потом зеленая, потом синяя. Желтая? А нет, сейчас мигает зеленая, синяя. Зеленая и синяя мигает со звуком. Зеленая и синяя. Угу. Нажимай желтая, красная. Теперь красную? Сначала желтую, потом красную. Дальше. Теперь мигает зеленая и два раза синяя. Желтая, красная, красная. Ну нихуя. Теперь мигает зеленая, два раза синяя и потом зеленая опять. Зеленая, два раза синяя, потом зеленая. Да. Желтая, красная, красная, желтая. Теперь вот зеленая мигает. Два раза синяя, два раза, опять зеленая, два раза. Зеленая один раз, два раза синяя, потом два раза зеленая. Раз зеленая, желтая. Два раза синяя, и потом. Желтая, зеленая, красная, красная. Блять, ты можешь сформулировать. Желтая, красная дальше. Желтая, желтая. Блять, неправильно, сейчас пиздячить будет. Как ты объясняешь? Ты не можешь, блядь, цвета понять? Да, блядь, время, блядь, понимаешь, поджимать, родной. Ты не пока смотри. Сообразишь, тварь, сука, соображалка-то, ебать. Как у твой организм устроен, что ты, сука, соображаешь после того, как я тебе кожу, ты хуяришь, и все, ты, ну, ебаешь, ты дебил. Четыре на экране. Пена с прошивкой. Что четыре? А, там циферки эти? Да. Четыре. Так. Чё, нажми дебил? Кнопку, дай на четвертой позиции. Сейчас, подожди, по новой, ты протупил. Я думал, четыре нажимать. Краб-б на экране. Краб-б. Да. Камчатский краб-б. А справа посередине какая? Что? Слово. Что? Слово какое? Справа посередине. Что? Что? Справа посередине какая? Что? Справа посередине, блядь. Что? Ты обмудок? Справа посередине какое слово? Что? Ты чё, тварь? Ты дебил? А, слово что? А, все, все, тогда, все, съё. Правильно, да. Дальше на экране курица. Курица? Курица. Курица. Да. А слева, слева последнее слово какое? Пас. С двумя С. Ага. И пробел так. Есть. Угу. Дальше на экране краб с одной Б. Угу. Справа последнее слово какое? Пас. Ага. И пробел так. Нету. И так слитно. Нету. Вовсе.
Есть, вовсе. Да-да-да, вовсе. Есть. Давай, родной, эти синяя, желтая, зеленая, красная. Синяя, желтая, мигает. Зеленая. Желтая мигает, мигает раз. Мигает желтая. А зеленую нажимай. Есть. А, не, а в серийном есть гласные, чел? Гласные буквы или цифры? Гласные цифры, блядь. Есть. Нечетные буквы? Ты чё, да, он как гласные, как цифры могут быть гласными, а нечетные или нечетные? З. Что Ф, блядь? З, 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 Глас... З, З, З. Нет гласных, да? Да. Что, нет гласных? Да, нету. А, Е, И, О, У, нет гласных. Все, хорошо, мигает желтый, тогда нажимай красный. Желтый, зеленый мигает. Зеленый мигает. Зеленый, а, желтый. Нажимай зеленую. Правильно. Ну, красную, зеленую. Неправильно. Желтая, зеленая мигает. Красная, зеленая. Неправильно. А, так, хорошо. А, сейчас что мигает? Желтая, зеленая. Сейчас красная, синяя. Ну как с тобой работать? Чел, я у тебя спрашиваю, гласные есть? Ты говоришь, да, 8. Я тебе сказал цифры, какие цвета мигать. 8 это цвет, работаем по-твоему, дальше. Да? Ты уже все у тебя, понимаешь, ты поплыл цвета максимально. Цвета уже... мигает синие, цвета синие мигает. А гласные есть в серийном номере? А, Е, И, О, У. Б, ого. Есть. Есть. Что мигает? Синяя. Красную нажимай. Правильно. Дальше. Мигает теперь синяя, зеленая. Красная, желтая. Правильно. Мигает синяя, зеленая, желтая. Красная, желтая, зеленая. Дальше. Синяя, зеленая, желтая, два раза. Синяя, зеленая, два раза желтая мигает. Красная, желтая, зеленая, зеленая. Правильно, молодец, ты здесь угадал. Дальше у нас ходилка. Первый ряд, второе. Ой, первый ряд, третье. Второй ряд, третье. Помечено зеленым. И предпоследний ряд, первое. Красная точка в правом углу. Первый ряд. Ага, красная точка где? Блять, правый угол, первый ряд. Ага, все, белая. Второе. Второй. Первый ряд, вторая. А, направо до конца. Угу. Есть. Дальше кнопка держать красная. Кнопка держать красная. Сколько элементов питания на бомбе? Так, две батарейки. А, нажми резко держать и сразу отпусти. Есть. Ебать, мы выиграли игру. Первая за сегодня. Чел. Как, мы же до этого тоже выиграли, чел. Угу. Во сне у тебя. На изи еще минута осталась. Че? Мы просто попали в топ-25. Есть какая-то лампочка или деталь мигает желтым, типа радиоприемника. Волны там типа крутить. Азбука Морзе типа? Нет, типа приемник такой, понял, этот волны крутить. Ну там вот у меня тут написано, азбука Морзе. Интерпретируйте сигнал моргающей лампочки, используя таблицу азбука, чтобы получить одно из слов в таблице. Сигнал зациклен и имеет большой промежуток между повторениями. А там еще частота в мегагерцах, 3500 написано. Да, 3505. Значит, там моргает элемент какой-то, челикс. Моргает желтым. Короткая вспышка, точка, длинная вспышка, тире. Между буквами долгая пауза. Одна короткая. Сейчас, короткая. Точка. Сейчас. Короткая, длинная. Короткая, длинная, короткая. Ага, П. Чё П? Ну, нужно слово составить, челикс.
Первая буква П. Тут волны листаешь. Это, короче, тут либо порог, либо помой, либо покой. Давай дальше. Какая следующая буква? Да тут нет буквы, тут ТХ есть. Да, он то, что моргает, это буквы азбукой Морзе. Нам нужно составить из них слово. Как если слово на писать? П, ну у тебя там где-то. А, нет, и потом, когда слово составляется, ты на частоту выбираешь, и все. А где-то это слово в букву ТХ написано? Я составляю слово, чел. Из того, что у тебя моргает. Что делать? Ну, первая буква П дальше. Чё? Чё я что, чё? Чё? Чё я должен делать? Говорить мне, как что там моргает. То же самое, что и моргало. Что там, только П моргает, что ли? Попробуй нажать вот это, то, что ты сказал, там написано, на эту кнопку. Я нажимал, меня ошибку предупредила. Что предупредила? Ну, типа, блядь, типа, красная. Я сказал, что вы предупреждены об ошибке, блядь, предупредили. Ну, красная захуярила. Красным засветилась, чувак. Чистоту менять надо. Ну да, наверное. Чистота какая? Ну, на П какая частота? Мегагерц. Там, ну, они разные. Ну, на ТХ. Ну, после, каждая частота, короче, каждое обозначение лампочки, чел. П 3542. Ага. Все, дальше тогда. Как моргает? Моргает три длинных. Ой, погоди. О, это значит О. О. Чистота. Ну, а такая ставится 3542. О, все правильно. Дальше. Один на экране. Один на экране. Ага. Кнопка на второй позиции. Ага. Дальше. Один на экране. Со значением 4. Ага. Три на экране. На третьей позиции. Сейчас уйду. Два на экране. На первой позиции. Четыре на экране. Такой же, как на третьем этапе. Что там было? Блять, ты знаешь, ты же не говоришь, ты должен был запомнить. Четыре на экране. Обновление. А, на третьем этапе. Наобналилось у нас 4 на экране, подналилось. Все, уебался. Все, тебе ебануло. Тебе нема. Подожди. Ты запустил? Да, провода. 6 проводов. Черный. Так, 6. Красный, желтый, черный, 2 красных. 3 красных всего, 2 черных, 1 желтый. Блять, подожди, 6 проводов. Где этот провода? Выпуск газа какого? Все, меня хватило на 10 минут. Проводов, да, вставил ей как надо. Ты до сих пор втыкаешь. Так, провода. Сколько проводов? 6. Кому ты вставил? Желтый есть? Есть. Сколько? Один? Один. Белых больше, чем один? Нету белых, ни одного. Красный есть? 3 красных. Режь 4. Правильно. Дальше. Есть такой там экран, и там написано ЩЕ СЕЧЕ. Зеленый экран, и там буква ЩЕ и ЭСЧ. А, пароль отвечает. А? Кнопки надо, и код каждой буквы меняют. Только одна комбинация. Какие? Щи. Это ЩЕ и ЭСЧ. Ага. Попробуй поменять букву Э на букву П. Листай. Там, наверное, по алфавиту они. Что неправильно? Я нажимаю принять, ошибка. Неправильно. Не надо нажимать принять, блять. Надо поменять букву Э на букву П. Поменял. Потом поменять букву следующую, которая после идет, на букву О.
нету. О. Как нет? Ну нету вообще, в принципе. Нету буквы. А, тогда на букву С. С, С-ка есть. А, и последняя буква И. Есть. Щипцы. Принять. Правильно. Дальше мигает, ну, ромб цветой, ну, цвета лампочки, мигает синяя. Ага. Мигает синяя. А мы, да, сколько ошибок допустили? Одну. Мигает синяя. А в серийном номере есть гласные? Это, есть, это не F, цифры, это буквы. F, что F? F, F, D, F только. Ага, значит, F, нет. D, F. У нас одна ошибка и мигает синяя, да? Ага. А синюю нажимай. Дальше. Что дальше? Мигает какие? Мигает синяя и желтая. Синяя, зеленая. Сейчас. Синяя, желтая, синяя мигает. Синяя, зеленая, синяя. Есть. Опа, вот это. Сейчас футболку сниму, подожди. Топ-59. Урод. Бегемот, вонючий, сука, чел. Обоссатый пацан, ебанько. Сын мутагеда плюс мутанта. Итак, погнали. Значит, лампочки мигают синие. А, так, лампочка мигает синяя, ошибок у нас нет. В серийном номере есть гласные? В серийном номере у нас здесь у нас есть S, L, F. Ага, нет гласных. Мигает синяя. Желтая. Так. Желтая мигает, мигает у нас теперь. Сейчас. Синяя, красная мигает. А желтая, синяя. Мигает синяя, красная, желтая. Желтая, синяя, красная. Мигает синяя, красная, желтая, зеленая. Синяя, красная, желтая, зеленая. Желтая, синяя, красная, зеленая. Все правильно, дальше. Провода. 6 проводов. 3 желтых, ага. 2 красных, 1 черный. Красных нет? Ты дурак? Может, вам сначала попробовать геометрические фигурки в нужное отверстие поместить? Например, себе в жопу. Как и подобает рэперам. Хорошего вечера, пацаны. Сам пацан. Сосите. Ой, спасибо. Спасибо за музыку. Так, дальше додики. У нас такие типа люблю 1, 2, 3. Вас. 1, 2, 3. А, Б, В. И такие провода на крест. Понял? На крест. Провод, 3 провода. Черный, красный, синий. Красный, черный, синий. Типа 1, 2, 3, А, Б, В. С ага. левой стороны 1, 2, 3. С правой А, Б, В. Провода типа с друг другом. Смотри, здесь написано... В этом модуле несколько панелей с проводами, но единовременно видно лишь одну. Вы можете переключиться на следующую панель, используя кнопки вверх и вниз. Потемнело. В смысле, я ничего не вижу, блядь. Ага. А как вверх и вниз? А, ой. Ладно, хорошо. Появление нет. Провода. Первый красный резать, если подключен к Б. Он к В подключен. Ну, В. Первый у нас ну, да. красный, но он к В подключен, не к Б. Режь. К. Есть. Дальше. Дальше у нас к тройке к А подключен черный. И к двойке к В подключен синий. Подожди, появление синих проводов. Первый синий. Синий к какому подключен? Ко второму. А дальше в второй синий, А или В? Второй. Режь синий. Режь синий, если он второй подключен к А. Нет, неправильно.
все порезал. А, правильно, дальше. У нас А, это 4 по плечам к А. А, 5 синий. 4, 4 провод красный подсоединен к А. И 5 провод синий подключен к Б. Проты красный подключен к А, режь да. его. Провода. Провода. Желтый, черный, красный, желтый. Всего 4 провода. Всего 4 провода. Да. Желтый, черный. Красный, желтый. Последний провод какой? Желтый. Красных, красный есть. Один. Синий есть? Нету. Желтый больше, чем один? Два. Какой орешь последний. Дырочки. Будильник не на все, девочка. Так, дальше опять перекрестные провода. Единица подключена. Ага. Один черный подключен к А. Двойка красный также подключен к А. Первый красный? Черный. Первый черный подключен к А, Б да. или В. К. Режь. Черный. Правильно. Красный резать, мука подключен. Второй. Нет. Стоит дальше, правильно. Четвертый провод черный подключен к Б. И пятый провод синий подключен к Б. Пятый. Пятый синий подключен к Б. Его режь. Черный резать, который. К Б подключен? Да. Нет. Нет. Правильно. Короче, включи свет. Так, седьмой провод синий подключен к Б, восьмой красный подключен к В и девятый синий тоже подключен к Б. Седьмой синий подключен к В? К Б. Ага. Красный к чему подключен? Какой номер? Восьмой к В. Ага. А черный? Черных нет, есть еще один синий, девятый подключен к Б. Ничего не режь. Неправильно, это лох. Так, восьмой синий подключен к А или В. Есть такой? Восьмой красный подключен восьмой к В. Восьмой красный? Нет. А дальше? Седьмой синий к Б. И девятый синий к Б. Чё лысо, чё? А чёрные? Да нету тут чёрных, блядь! Два синих, один красный. Седьмой синий и девятый синий. Да, к Б они оба подключены. Ага, а красный восьмой подключен к В. В. Ничего не надо резать, чел. Ну неправильно. Да нет, чел. Ну седьмой синий подключен к Б. Восьмой красный к В. И девятый синий к Б тоже. Как и первый. Как и седьмой, точнее. Нет, чел, смотри, тут если седьмой синий, он должен быть подключен к В, его нужно резать. Ну девятый так он синий... к В, значит его резать надо. Нет, к В он. Девятый синий подключен к А, его надо резать. Восьмой к Б, к В. Восьмой красный надо резать, если он подключен к А или Б. И все. Да ёб. Ну ты тупишь что-то. Не знаю, это все Олька мне так сказала. Дальше, единица на экране, цифры снизу. Чё, блядь? Ну ты уже все поплыл, да, как девочка? А, все понял. А, сейчас. Единица на экране и снизу цифры. Да. А кнопка на второй позиции, запоминай. Угу. Угу. Тройка дальше. На экране. Первая позиция. Тройка на экране. Третья позиция. Двойка на экране. Первая позиция. Тройка на экране. С тем же значением, которое нажали на четвертом этапе, то есть на прошлом. Какая цифра там была на первой? Блять, позиции? Все проебал, все по новой. Два на экране. Вторая позиция.
один на экране. Значение 4. Четверка на экране. Значение 4. 3 на экране. Та же позиция, которая на втором этапе. Значение... Не знаю, короче, блядь. Я в памяти вообще, блядь, как у рыбки. 3 секунды. Пиздую эту игру, я, блядь, удаляю. Ты в нее играть не умеешь.